Так, пакуем заказы. Распаковка идет, запаковка. В то же время и сажаем. Делаем все. Так, тут у нас вот Сандра. Это вообще прям уже жир. Укорененные. Они уже даже усы кидают. Но здесь мы обрезали. Так, что у нас тут? Ну, вообще, тут все сорта, в принципе, хорошо укорененные. Я даже не знаю, кто. Ну, ладно. Вот такой красавчик. Это у нас... А, тоже Сандра. Ладно, а вот Сирия, допустим. В общем, крышки у всех хорошие. Хуан. Так, рассадник пустеет. Что у нас тут еще интересного такого есть? Florida Beauty. Тоже. Ну, корешки все тут хорошие уже. Пора высаживать. Разбирать, высаживать. Так, тут что у нас? Румба. Тоже неплохо. Клэри. Жир. Так, что-то я еще хотел показать-то. Тут Dar Select есть. Ягоды крупные у этого сорта. Тоже. Готов к высадке. 100%. Потом, что еще? А, ну вот этот вот монстр. Это черный принц. Так, я пыль доставал тут. Вот он не очень хорошо достается с такой кассеты 40-й. Ну, объем тут такой побольше. Сейчас какой-нибудь достанем. Что-то тяжеловато выходит. Доставал. Посмотреть вот это, по-моему, тоже тяжело уходить, туго. В общем, такая корневая. Сейчас развалился чуть. Туговато выходит, но ничего страшного. Так, что у нас тут? Мурана. Так. Ну, Мурана еще досадили. Эту, по-моему, недавно сажали. Но тоже уже хорошая. Так, что у нас тут? Что, Маша есть? Да, Сан Андреас. Андрес, в принципе, тоже готов. Уже ремонтантный. Так, Машенька у нас тут где? Вот Маша.
Вот первый попавшийся. О, тут вообще жир. В общем, работаем, высылаем. Это один из рассадников. Рассады полно. Тут у нас даймонд. Тоже жирный. Сейчас. Какой-нибудь. Такие крышки неплохие. Приживаемость у него очень мощная. Вон, слышите, наверное, как все отрывается. Тоже ремонтантный. Так, Хуан я показывал. Гарда. Априка. Прилипла. Априка тоже жир. Этот старый лист удалим. Так. Так, тут мураны заложили. Здесь у нас альба. Уже давно-давно готовая. Одна из первых. Так, тут у нас малина, туи всякие и так далее. Ежевика. В общем, работаем, принимаем заказы. Отправка идет полным ходом. Каждый день отправляем в регионы. Вот. Если кому нужен ассортимент полный, у нас где-то тут сортов 30, наверное. Флорида Бьюти. Какие высокие уже. Сетку снял, второй слой, чтобы этот слишком тени не стояли. Как-то так. Все перед отправкой все саженцы рассматриваем, чтобы не было мелких, чтобы не было выпадов никаких. Все сортируем. Это у нас чишка. Вот, как-то так. Посмотрим, что у нас ягоды есть, нет? Чё, как, ягод есть? Так, тут у нас муранка, альбион и Флорида Бьюти. Он вся в цветах, вся в ягодах. Ну, сегодня тут собрали. О, уже перезревшие. Смотри, тут Сандра тоже дает ягоды. Она цветет уже. Такие ягодки. Это, кстати, второе у нее цветение. Интересно. Усы есть. Флорида Бьюти.
Сейчас помельчали ягоды. Ну вот есть. Были вот такие экземпляры. Примерно. Ну, рано. Кушай, кушай. Какой тебе сорт больше нравится? Вон тот. Какой? А этот? Этот? Какой? Вон тот. Этот? А? Даймонд, да? Вот этот вот. А? Сладкий? А это не сладкий, что ли? Нет? Даймонд, даймонд. Сейчас сниму. Вот этот вот? Маленький. Маленький. Где тут ягодки? Одна рассада. Так, тут цветет он. Где ягоды? А вот же он. А-а-а. Это самый сладкий, да? Угу. Да. Неплохо. В общем, вот так вот. Здесь у нас Маша уже отдыхает. Зачистку не делали. Здесь Мурана. Сан-Андреас. О, носится там. Тишка. Кс-кс-кс-кс. Охотница. О, все. Вредители уничтожает. Молодец. Товарищ у нас. Молодец, отработал. Вот так вот. Ладно. Все, всем до свидания. Оставлю номер для... Номер WhatsApp. Кому что интересно, пишите. Всем отвечу. До свидания.